Спасти стадион «Автокран» от разрушения – такую задачу поставили городские власти. Приняли постройку на баланс и приступили к ее восстановлению. За лето, что идут работы, здесь выполнен капитальный ремонт кровли, вставлены пластиковые окна в спортивных залах, поменяли бетонные блоки, сделали косметический ремонт. Вскоре спортсмены не только района, но и города смогут продолжить тренировки. Отмечу, что в 2016 году на развитие спортивного комплекса всего привлечено было более 2 800 000 рублей. Из них 700 тысяч – это было привлечено внебюджетные средства. Да, то есть спортивный комплекс сам зарабатывает денежные средства, сдача в аренду своих площадей, своих помещений. В этом году общий объем финансирования на ремонт спортивного комплекса пока на текущую дату составил 3 300 000 рублей. 700 тысяч рублей от суммы – это привлеченные средства. Ремонтные работы запланированы и на уличной территории. Здесь есть футбольное поле, площадка для игровых видов. Обе выглядят заброшенными, но это ненадолго. Здесь будет заменено полностью ограждение, то есть покраской заменена сама вот эта сетка. И средства бюджета мы добавляем, что здесь будет заменено спортивное оборудование, то есть и ворота, и зоны для запасных игроков. Хотелось поменять покрытие на футбольной площадке, но удобное и современное. Но не обязательно новое. Поэтому руководство стадиона обратилось к мэру с просьбой, если при ремонте на «Локомотиве» покрытие снимут, и оно будет там не нужно, здесь его примут в дар. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.